В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о карме. Что такое карма и как ее правильно понимать. Повезло, повезло. Мы уже нарушили баланс. Таким образом, мы уже нарушили кармический закон и будет списание энергии. За все нам придется платить страданиями. Понятно. Ой-ой-ой, это я загнался. Блять, это что было вообще? Ну это чё за хуйня? Ой. Преследует черная полоса. Хочется чего-то светлого и хорошего. Тогда хочу рассказать вам о DiffMark. На данном сайте вы можете купить любой цифровой товар для ПК или консоли. Игры, софт, пополнить свой кошелек Steam, UC-шки для PUBG Mobile и многое другое. А самое главное, что представлено множество платежных методов, в том числе для России. От платежных карт до киви и крипты. Поэтому тоже обратите на это внимание. После приобретения товара вы получаете полгода гарантии. Регистрация происходит буквально в пару кликов. Переходите по моей ссылке в описании, чтобы поддержать канал, и используйте промокод INK, который даст вам 10% на любой товар. Закон кармы, он отображает закон бумеранга. Если мы кому-то принесли страдания, мы проявили агрессию, вследствие мы будем тоже испытывать определенные страдания. Так, у меня есть брат. Сука, я встану, меня поднимут, я тебя добью, понял? Уебище гнилое. Эй, блядь, гандон, слышишь? Ну зачем добил Стёпу, он мой был. Когда мы причиняем
страдания другому человеку, в ответ мы испытываем собственные страдания. Это создано для того, чтобы мы могли на примере другого человека осознать, ощутить это и в дальнейшем не приносить страдания другим людям во вред самому себе же. Только попробуй добить, нахуй, тебе пиздец будет. А можно как-то повежливее? Ну, пожалуйста, не добивать. Хорошо, договорились, все. Спасибо. Хороший человек попался. Если что, не добивайте его просто. Прости, брат, не хотел. Да ничего, все нормально. Хорошо сыграл. Удачи тебе, надеюсь, топчик возьмешь. Ах ты, не умираешь, вот скажи мне, блядь. Тихо. Зачем так грубо-то? Ну, расскажи свой секрет, кота Бориса. В чем секрет кота Бориса? В KittyCat. А где твой тиммейт-то? Ты его убил, блядь, только что? Ты не стыдно? Он АФК шел. Блядь, и что? Дурак свой пять. Hello. Hello. How are you doing, my friend? I'm from China. Yeah, from China. I love you. I love you too. Поэтому я вам желаю придерживаться основных законов, не нарушать баланс. Муа. Hear me. Okay. Goodbye. Yeah, goodbye. Good luck. До скорых встреч. Пока. Ухи сосать, ебал вашу мать. Жалёшка, нет? Нет. Ваня? Жопу закрой, да я первую гоню. Жопа у тебя. Я тебя ща выебу, мол, пойдём, сука, я тебе играть не дам сейчас. Чёрт ёбаный, бля. Черта. Молчи нахуй. Чёрты, бля, понял, гад меня. Терпила, бля. Руку закрой, говорю, молча сиди, играй, бля. Еще не падай со мной, бля. Потому что не доживешь, да, игры. Понял, терпила, бля. Черт, бля. Черт, бля. Чего ты, хватит так общаться? Куда прыгаешь, подскажи мне, Ферна. Чтоб я, бля, тебя, бля, наказал, бля. Пойдем, пойдем, куда прыгнем? О, давай на метку падаем, бля. Я тебя наказываю. И ты признаешь, что ты не тяночка. Хала, бля. Ебало завали, а мы шарим. Эй, баурым, бля. А мы шарим, потакбас. Потакбас, бля. Айтасым, бля. Доебался до молодого. Да какого молодого я доебался, я долбоёб. То ли ты ему, бля, Алёша. Чем я доебался, эй? Ты сучка. Это вы по друг другу сидите. Зачем? Я казахская, бля. Проституткин сын ебаный, бля. В лобби пизду. А зачем это мы сделали? Блять, сучка, бля. А потому ж дураком, бля. Черт, бля. Здорово, я твой подписчик. О, привет. Ты смотришь, Щенка? Совпадение? Да, совпадение. Да, смотрю. Спасибо всем, кто меня смотрит. И отдельное спасибо, кто поддержит меня на Бусти. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, я читаю все ваши комментарии. А с вами был Инг, всех люблю и целую.
Скоро увидимся. Пока.